Всем привет из Сочи, вы на канале Танюшин Орхидеи Сад. Хочу вам показать немножко своей красоты. Красота в пастели. Это Карина. Посмотрите, какая прелесть. У нее мутация по цвету. Орхидея, которую вообще не знаю, как передать по цветовой гамме. Она нежными оттенками, зелено-розовыми всполохами, но, к сожалению, моя камера отказывается как-то это показывать. Хотела, думала дождаться, пока раскроются. Хотела дождаться раскрытия всех цветочков, но не получится. Настолько все бутоны разной стадии развития. Вот здесь уже все, цветок стал вянуть. Вот эти два цветка открылись гораздо позже. Не знаю, наверное, все-таки видно вот эти салатные, розовые такие разводы. Просто замечательная. Она искрится, она блестит. Сказка. Вот такая вот красота. Красота не маленькая. Сейчас сведу камеру. Красота большая, красота не маленькая. Был очень длинный цветонос. Растение было травмировано. Пришлось вот так вот перевязывать. Верхний, нижний уже не стало. Но отказаться от этой орхидеи было невозможно. Вот такой у нее длинный был цветонос. Очень длинный. Тут я срезала по первый цветок, и она мне стала вот так вот давать ответвление. Но видите, насколько разные бутоны. Здесь самые поздние бутоны. Их не знаю даже, сколько ждать еще придется. Здесь цветочек, может быть, завтра и начнет открываться. Давай, ловись. Не хочет, и все тебе. Вот. Вот такой вот бутончик только-только начинает открываться. Ну и вот это вот ответвление, самое первое, оно самое высокое, вот на стволе самое высокое, оно самое первое тронулось в рост. Ну и вот здесь вот жду. Будет еще один бутончик. Такой цвет, попыталась ее поставить как-то против света, тоже не получается снимать. Нет, вот не могу поймать вот эту, действительно вот эти оттенки красивые. Ну, я честно старалась. Вот такая пастелька. Сейчас покажу еще одну девушку в пастельном. Да, по размеру цветочка девочки спрашивают часто. Ну, вот смотрите. Это не самый крупный цветок. Попасть бы еще. Но в районе вот 8. Где-то 8, может, с небольшим. Но это не самый крупный цветок был. На той стороне цветок был крупнее. Такая вот девочка. Но это ответвление, поэтому, в принципе, цветочки, те, которые были изначально, цветочки были гораздо-гораздо крупнее. Но как она переливается, вот посмотрите, это просто замечательно. Просто искрится. Такая вот лапочка. Замечательная. Нижние лепестки вообще более зеленые, выходят в зелень прям. Такой салат, салат, зелень, не знаю даже, как передать. Ну и очаровательная губенка. Люблю такие оттенки. Это леди мармелад. Она действительно тоже мармеладная. Тоже переходы замечательные, шикарная губенка. Яркая, обворожительная, закрученными усиками. Такая вот распустила мне свою кисточку. Эта орхидея была крашеной. И когда я ее брала, я только могла догадываться, что это будет леди мармелад по губе, потому что она была голубая. И мне пришлось долго с ней помучиться. Нижние листья, вот там все
отвалилась, конечно же. Она нарастила почти всю новую розетку. Прививка была сделана почти удачно, можно так сказать. Вот. И в итоге я получила вот такой шикарный, такую розетку Леди Мармелада. Дала вот такую веточку мне. Только недавно раскрылась. Такая вот красотуля. Она, конечно, должна быть еще крупнее, но она пока ждет. Я ее должна пересадить немножко в большую емкость, потому что там часть корней уже просто, вот видите, висит в воздухе. Вот так вот. Не хочу доставать ее. Наверное, видно, что большая часть корней вот так вот висит уже в воздухе молодых. Вот. Буду с ней заниматься. И, конечно, я думаю, у нас все с ней получится. Вот такая замечательная орхидея. Настолько такие переходы оттенков теплых, очень приятных, нежных. Ну и покажу еще одну пастельку, раз я тут рядом стою. Это Хазард, тоже с мутацией по цвету. Снимаю против света, не знаю, получится или нет снять. Но тоже сейчас доставать орхидею не хочу. У нее вот такие вот разводы. Очень интересные, очень красивые. Сейчас, если получится подлезть ко второму цветочку, может получится показать эту красоту. Вот, смотрите, закрыла свет. У нее получается белая каемка, такие всполохи и губа. Обратите внимание на эту губу. Она тройная. И у одного, и у второго цветочка она вот такая тройная. Эта орхидея мне досталась уцененной. Дала вот так вот ответвление. И на нем дала сразу пару цветочков. Вот такая вот интересная получилась красоточка. Но губа вообще просто сказочная. Вот такие три красотки я вам показала. Остальные покажу позже. Сейчас главное аккуратно выползти из своего райского уголка и никого не зашибить. Потому что я вчера очень расстроилась. Еще не привыкла к этим размерам всего стоящего. И бронзовый Будда, молодая веточка, просто была сломлена. Пошла в букет. Вот так иногда бывает. Но что поделаешь. Ладно. А вам хорошего дня, хорошего настроения, крепкого здоровья, всего-всего самого наилучшего. Я буду с вами делиться вот такой красотой и рассказывать, что и как я делаю. Всем пока-пока-пока.